Здравствуйте. Понимаю, что эта тема вам, скорее всего, уже надоела, но сегодня речь снова про коронавирус. За сутки в России установлен новый максимум смертей от этой инфекции – 1028 человек. В Саратове уже который день бьются антирекорды по заболеваемости. За минувший день положительными оказались 419 тестов. Причем значительная часть инфицированных – это молодые люди от 30 до 40 лет. Скорой помощи приходится дожидаться по несколько дней. Больницы переполнены. Многие медработники не выдержали безумных нагрузок и уволились. Сказать, что ситуация напряженная, это не сказать ничего. Если у вас есть возможность, то из дома сейчас лучше вообще не выходить. Пользуйтесь масками и перчатками. Вирус коварен. У одних он проходит сам, словно насморк, а вот другие погибают. И сделайте прививку. Это хоть какой-то способ повысить шансы на выживание. Спасибо, что смотрите наши новости. Удачи!